Привет! Сегодня отреставрируем подошву сапогов Изабель Марант. Также нужно будет проклеить носовую часть сапог. Клиентка жаловалась на то, что начала чувствовать мелкие камушки и сам асфальт. Тем самым это придавало дискомфорт ее ходьбе. Я подобрал нужную профилактику и теперь наношу сам клей тонким слоем. Если интересно, каким клеем пользуются мастера обуви, пиши в комменты. Затем даю время ему просохнуть около 2 часов. Разогреваю и аккуратно проклеиваю, далее придаю форму и получаем качественную, совершенно аккуратную профилактику подошвы, которая практически не отличается по цвету и не выделяется на подошве. Клиентка была рада результату и пожелала успехов в моей работе. Ставь лайк!